Мы сегодня готовим плов. С ребрышками и кусочек говядинки. Пока мясо жарится, хожу по саду, ищу себе еще работу. Сегодня абрикосы переработаю. Все, чернослив, у нас много деревьев. Соус кемали надо начинать. И буду в сушилке сушить. В том году сушила помидорки и соус. Помидорки и чернослив. Много деревьев, 5 получается больших. Я сейчас грушу съела, такие вкусные груши. Яблочки уже спеют. Ой, какие красавцы. Угу. Где? Вижу. Чё, дети? Я вот она, дети. А, Снежан. Да вы что? Я еще не видела свой шкафчик. Высоток. Кушайте, пейте. Снежана, доченька, надо расчесаться пойти. Ага. Сегодня я опять буду заготавливать абрикосовое варенье. Оно будет делаться несколько дней. Это будет целый абрикосик, а внутри будет расщелкнутая косточка. Давай. Мне же кажется, что она какая-то маленькая. Маленькая, это мы выросли, доча. Она 20 литров вообще-то. Дети говорят, кастрюля маленькая. Да, Никит, сюда тоже ложи 5 столовых ложек соды. Ну, хорошо размешивай, хорошо. Сейчас. Вот эти абрикосики выкладывайте тоже сюда. Дай-ка я кастрюлю пустую взвешиваю. Так, 5 килограмм кастрюля. Мне надо знать, сколько я абрикосов. Давай. Не кидай сильно, а то они и так уже поспевшие. Хорошо, 5 ложек надо туда, Никита. Да. Дети, ну надо еще одну банку. Воды не хватит. Ну, сейчас посмотрим. Ульяна говорит, мне одной кажется, что кастрюля 20 литров маленькая стала. Да, так мы выросли. Сюда. Сейчас мы заложим целые эти абрикосы. Так, а то мы оставим компот. Да, бумажку в контейнер, а это папе. Так, сколько у нас здесь надо взвесить, чтобы сахар рассчитывать? На каждый килограмм абрикос надо 800 грамм сахара будет. Ну, получается 10 килограмм. 9, да? Но мы сейчас 10 сделаем уже. Нет. Получается 9 килограмм абрикосов у нас. 9. Нет, 8. У нас получается 8 килограмм абрикосов. 8. Мы будем делать сегодня варенье.
с 8 килограмм абрикосов. И накидали. Угу. Давай заливать. Заливаем на 3 часа. Мальчики мне тут заливают, засыпают соду. И, ой, не надо, не надо, не надо. Хватило. Хватило 2 банки. Соду на место. А эту водичку выбей туда, сына. Под ежевику вылей. Все. Остается здесь на 3 часа. Сколько сейчас время? 13:14. Сейчас второй час дня. 13:14, 15:16. До 4 часов стоит. Так, ну вот, я делаю компот. Сейчас пойду, я сегодня варенье собралась делать. Но сначала вот сделала 6 банок 5-литровых компота. Компот у меня будет абрикосы, из абрикос косточки вытащила, и лимон в 5-литровые баночки. Ну, один лимон на 2 5-литровые баночки кидаю. Жопки все отрезала. Здесь у меня уже вода кипятится. Сейчас буду заливать. Буду делать двойным способом. Баночки горячие, я их все простерилизовала. Буду делать сливать, опять кипятить и второй раз заливать. Так, вода закипела. Закипела. Я начинаю закрывать банки. Ой, извините. Это кипит. Ух, все кипит. Ух, все кипит. Так. Горячий кипяток. Баночки прожаренные. Поэтому горячие. Так, мы подстрахуемся все равно. Мало ли что. Сделаем так. Ух! Сегодня день, я перерабатываю абрикосы. Меня ждет еще 50 килограмм помидор. Но сегодня я их делать уже не буду. Кабачки ждут. Кабачковую икру надо начинать делать. Сегодня только компот абрикос-лимон. И абрикос, лимон и варенье из абрикоса сегодня делаем. Ой. Не знаю. Иван какую-то штуку купил мне для банок. Я даже не смотрела, как ей пользоваться. И Ивана нету. Не, я по-свойски. О! Еще раз сейчас. О, все. О. Так. Два. Два достаточно. Третья баночка. Абрикос с лимоном. Ой. Ой.
О, все. Теперь опять сливаю баночку. Ставлю сюда, а то почему-то вот эти крышки плохо держат. О. Над умывальником обычно это делаю. Ну, чтобы вам показать. Ой, раз. Так, раз. Раз. 4 стакана буду. Три. И последний. Там лимончик, поэтому я так чуть-чуть побольше сахарочка. 4. Все, сейчас закипит, и все. Моника родила щеночка. Да, доча? Да. Да. Это баночки, я уже 6 штук сделала. Компот. Абрикосы с лимончиком. Как? Ну вот, мои дорогие, я закончила с компотом. Закатала 6 5-литровых банок. Абрикосы с лимоном. И прибежали, ребятишки побежали мне помогать. Обычно вокруг меня только малыши, но сегодня подростки, парни со мной сегодня. Прямо они изъявили желание помогать. И мы с ними сейчас настоялись абрикосы в содовом растворе. Еще раз повторю, что на 1 литр соды мы брали 1 столовую ложку. На 1 литр воды мы брали 1 столовую ложку соды. И получилось у нас 10 литров воды, 10 столовых ложек соды. Мы залили 8 килограмм абрикосов. И они у нас простояли 3,5 часа. И вот сейчас они такие стали тверденькие. Наша цель — вытащить косточки. Потом эти косточки разбить и ядрышки назад всунуть в абрикосики. То есть вот такая у нас задача. Дети с удовольствием помогают. Они делают это первый раз, им интересно. И мне, в принципе, очень-очень хорошо, что дети со мной помогают. Здорово. Ну, мы дружно с ребятами закончили перебирать абрикосы, начинили их ядрышками. И у нас осталось еще довольно-таки много орешек, расколотых ядрышек. И малыши, как обычно, бегут на сливки. А я решила посидеть 5 минут отдохнуть, пока детки доедают, и тихонечко с девчонками разговариваем. Сейчас я пойду дальше заниматься вареньем. Нужно немножечко отдохнуть. Ну вот, вот такой сварила я сироп. 6 килограмм сахара взяла, надо было 6400 на 8 килограмм ягодки. Но я взяла 6, что-то много не стало. И получается, каждая ягодка начинена разбитой орешкой. И вот сейчас я складываю 8 килограмм у меня ягодок.
Я сейчас сложу все в кастрюльку, в 20-литровую, туда. Оно сейчас чуть-чуть закипит, и я выключу. Ну вот, варенье у меня как раз, я его выключила. Теперь оно остынет до завтра, до утра. Утром завтра я его опять включу на... То есть пока оно закипит, 10 минут поварю, выключу. И третий раз я буду делать уже вечером, через 8 часов, когда оно остынет. Я опять его закипячу, 10 минут поварю. В конце, через 10 минут, я вылью лимон на 1 килограмм пол-лимона, сок. И еще 10 минут поварю, и варенье будет готово, закатаю в баночки. Ну а сейчас мы с Иваном, время 8 часов вечера, но мы все равно решили попить кофе. А дети, кто чем занимается, кто на качели катается, кто в телефоне лазит, кто телевизор смотрит, все отдыхают и наслаждаются вечерней прохладой. Спасибо большое, что были с нами до конца, мои дорогие. Хочу сказать вам до свидания. Мы очень благодарны вашей дружбе с нами. До скорой встречи, друзья!